Доброго времени суток, друзья. Сегодня мы проходим замечательный мод на Max Payne 2 Mono Assassin. Мод состоит из примерно 5 уровней. Был разработан, наверное, еще при создании самой игры, но где-то через годика 2 его допилили. Но мод славится именно хорошей проработанностью именно катсцен. Вот вы сейчас можете наблюдать. Ну, сюжет здесь такой обычный. Здесь просто мафиозная мафия. Босс мафиози охотится за Моной. Нападает на логовые, точнее. И цель Моны здесь найти этого самого босса и раскидать вот все это братство к херам. Вот сейчас у нас играет касценочка. Это типа пролог, ну, первый уровень тут у нас пролога. Find her! Kill her! Let's do it! Здесь еще есть каламбур, у меня тут русская версия игры, а мод у нас не русифицирован. Здесь могут быть и русские реплики. Что за? Вот, типа того. Берегись! Здесь у нас световая граната, я так понял. Вылетает наша Мона. Ну. И... опа-на. Касценки здесь здравые. Есть одна касценка, дебильная. Далеко тебе не уйти. Ну, в дальнейшем я вам покажу чуть позже. Ну и очень хорошо детализированные уровни в данном моде. В общем, советую поиграть, кто пропустил. Потому что я, когда проходил Chronicle... Take care of him. Хроники... No, no, no! Так, и будет. Сейчас будет такой прикол, Мона скажет. Такую дичайшую вещь. Ха, бедняга. Бедный ублюдок. Бедный ублюдок. Вот. Вот я хроники проходил, короче. И там... три уровня, по-моему, было. Два таких... средние по продолжительности. А третий был мега большой. Но сопоставим с этим. Но там он немножко скучноват, но он имеет свою атмосферу. И имеет множество дополнительных уровней, типа выживания. Здесь же только один сингл, но очень хорошо проработан. Ну, этот вот довольно-таки хардкорный, ребят. Ни хрена он не легкий. Опа, ща пахнет. Ну. Ёлки-палки. Да, и вот вначале можно на многих местах, короче, получить по башке. Та же статья. Оп. Что-то у меня управление зависло. Вот оно. Так, ребятки. Сохранюсь. Неполадочка какая-то. Не здесь. Здесь, по-моему. Да. Все. Что-то у нас управление подвисло. А, нет, не здесь этот пожог. Ну ладно, я как-то за карту выходил. Хрен с ним. А только пытался баг вам показать, и игра зависла. Это значит, лучше не пытаться тратить ваше время. То вы будете очень сильно недовольны. Так, нам узишки дали. Ингрэмы. Так, ну как дали? Подобрали. Ништяков здесь тоже достаточно. А, в это прохождение мы полностью все уровни пройдем. И если зайдет вам этот видос и с Макс Пейном, кстати, его не довольно-таки часто его. Ой, часто говорю, редко его прохожу. Это вообще одна из моих любимых игр. Ну, в частности, серия Макс Пейна 1, 2.
третья, ну, зашла. Ну, она зашла, я играл ее на боксе. Но любви такой она не уже стала. Так, я, наверное, четко эффекты сделаю тише. Ну, с музыкой. Вот так, чтобы вы меня, если что, слушать и слышать могли. Ну, вот скажите мне, что этот уровень хреново проработан. Ну, по детализации. Я даже когда моды для Serious M делал, я пытался игнорировать такие вещи, но это круто, блин. Будь я чуть помладше были, так 14-13, я бы подумал, что это официальный аддон, потому что это очень круто. Ну, если я грехи. Воу-воу-воу-воу. Воу-воу-воу-воу. Так, здесь такой прикол есть. Тоже кто будет проходить, запомните этот момент. В общем, нужно взорвать тачку, с которой имеет этот электрощиток. Во-во-во-во-во-во, видали? Здесь у нас есть патрончики для калаша и были удаляющие, отлично. А, в общем, это под напряжением херня. Я долго бегал, когда уже не знал, что делать, но я так понял, что здесь нужно взрывать машинки. Первую мы взорвали. Вот это надо, по-моему, бахнуть. Ну, не машина, вообще взрывается. С такими эффектами. Сохранить. А еще это бахнет. Ну все, так. Вот. Так. Я не вижу, блядь. Где ты меня въебываешь? Так, извиняюсь, просто. Ох, так, еще один взрыв. Блин, да что ж такое? Не показать вот этот эффект. Во-во-во-во-во-во-во. Успел. Смотрите, вот. Это называется крутой заскриптованный. Опа, кто-то звонит. Но мы его сбросим. Так. Вот еще один чувак. Мы стреляем. И умираем. Дичь какая-то, да. Так. Такая вот красота, короче, происходит в данном моде. Вот щиток один поврежден. Второй тоже поврежден. И третий вон там тоже поврежден. По идее, все, мы должны пройти в этот уровень. Сохранюсь. Всякий случай. Потому что убивает сразу. Все, да. Второй уровень повествует уже, что было 10 минут назад. То есть. А, точнее, первый уровень был не прологом, а началом, а вот сейчас будет типа пролог. Пару минут типа назад. Заставочка, короче, того стоит.
Пока заставка идет, я бахну тут дымка. Здесь, кстати, будет голенькая моно. Надеюсь, YouTube меня не заблокирует за музыку. Ну, вроде бы не должна. Уже сколько лет игре? 2003-го она там. Ну, скажу вам то, что графон второй части достойнейший. Ну, он того стоит. Да, ну и логово у нее, конечно, да. Как будто... Эх, ладно, промолчу. Сейчас будет засада. Остановите ее! Прикончите его! Убейте! Так. Надо приготовиться, потому что будет нормальная такая потасовка. Сдавайся, бежать тебе некуда. Стволов у нас нет. Я на компьютере увидел каноничный ствол моно. Чувак, ты душ принимал и... Ты где? Ты... Куда пропал? Увидели? Неведомая херня, я вам скажу. Соберем здесь все, что можно. Так, вернулись. Значит, нам сюда. Так вот, друзья. Так, нет, нам обрез не нужен. Все просто. Это тебе не кино, где герой всегда обезвреживает бомбу за секунду до взрыва. Да иди.
А, один все-таки ебнулся. Водички нету. В кранах, видимо, в душе все течет. Так. Ой. Весь bullet time посадили, блядь. Убейте ее! Огонь на поражение! Вот это да! Вот это логово у нее, конечно, просто, блядь. Берлога. Страдает, ребята, страдает. Вот она. Сейчас босса увидим. Ну, босса мафии имеется в виду. В Макс Пенни так как таковых нету боссов. Вот она! Ну и по идее она вылетает из окна, как в первом уровне было в начале. Так, это мы продолжаем путь. Надо сохраниться. Не забирай меня, пожалуйста. Не забирай меня. Так, одного спас, второго нет. Эй, привет, сестричка. A girl's gotta protect herself. Stay where you are. Okay. А, типа помогать может? I'll wait here. Ну и что ты со мной? A girl's gotta protect herself. Да пошла ты. Сама справлюсь. Stop them! Drop your weapon! Pum pum. Что там в туалете-то?
О, здорово, чувак, как у тебя дела? Ладно, не буду отвлекаться. Driving into the night, it's late goodbye. Such a Я бы тебя не убивал бы, если бы ты не был замешан в этом. Так, не работает. Ладно. А зачем мы вообще сюда зашли? Мы отсюда зашли, поубивали их всех. Ага, переход такой. Сохранить их там. Так, сохранимся, на. Ладно, поехали. Далеко тебе не уйти. Там какой-то мега взрыв, но мы его просрали. Кстати, можете посмотреть все внимательно. Ох ты, бляха, муха. Ух. Был снайпер? Нету снайпера. Ну и патронов-то у нас особо-то и нет. Ладно. Будем киллерами, ребята. С одним пистолетиком. Романтика. Я зашел сюда явно. Не обдумав, что это. Так. Ага. Так. Шикарненько пока. Где-то чувак стреляет, и хрен пойми где. Так, даже не пытайтесь перепрыгнуть, здесь не получится. Ну, если использовать чит-код Super Jump только. Или как он там, Jump 30, Jump 20, Jump 10, сколько я помню. Слушайте, здесь есть второй. Хрен с ним. Сохранимся, ребят. Тришка. По идее, здесь мы должны спрыгнуть, но у нас есть дела и получше. Hey,
Это у нас уже третий уровень. Точнее, сейчас будет четвертый, а это будет третий, да. Так. Сейчас начинается жара. Нехилая попытка. Давай, Сяя, бежать тебе некуда. Калашников, карабин, наверное, не знаю. Надо раскидать толпучку. Рано или поздно мы... далеко тебе не уйти. Кинули, убегает, мадафака. Это я понимаю, зачистка, ребят. Почти без пыли. Оценили, наверное. Тебе не скрыться. Где ты? Я трусиха, не дрожь. Друзья, куда гранаты кидают. Вот.
Отлетали, отлетали. Ну вот, смотрите, сейчас, по-моему, не очень хорошая такая сцена. Такая сцена будет, ну, нелогичная, так сказать, я вам так скажу. Дальше, сказала Мона Сакс. The Club. The Club. Клуб, короче. Вот наш босс. Сейчас будет такой эротический подтекст. Меня зовут Вайлет. Вайлет, милая, я твой мужчина. Сдохни, сука! Ох, жабу эта жопка. Только отдаляешь неизбежное. Рано или поздно мы все равно войдем. Прикрой! Вы зачем мою сестрюню-то это самое? Она не виновата. Надо как-то зарабатывать на жизнь. Равенство. Ну, в принципе, так и не скажешь, что она умерла, да? Типа, прилегла немножечко. Давайте ей подправим немножечко руку. Во! 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 Да? Шикарно, да? Ладно. Ну, я, правда, мне тоже попало. Но это уже, ну, не мои проблемы. Как бы она... Почему опять нет стволов? Вот как мне вот? Что за чёрт? Чисто на выживалку. Ну, есть здесь один лайфхак, который всегда работал. Сохранимся. Ребят, не советую вообще выходить из этого левела, потому что чисто одному здесь никак. Это была очень смешная картина. Огонь!
мой кровавый туалет. Только представьте, если вот гонять вот... Осторожно. По всему вот этому левелу и этих дебилов отстреливать, я вот пропотел, пока не спалил вот этот момент. Здесь единственный минус, это то, что с окна могут вылезти, поэтому смотрите в окошко, вот вам зеркало, за окошком и за собой. Так. И тут. Ну, левел вот такой, двухэтажный. Потом открывается дверь, что-то взорвалось, хрен пойми. Ёлк-пап. Ну и... всё как бы... Да. Там начался пожар. Сохранюсь, посмотрю. Так, там мы уже у финиша. Он что, не видно пожара? А, по идее, или мне... Видимо, память меня уже подводит. Ну, какой-то пожарчик здесь был. Смотрим, наверное. Может, какие-то еще есть приколихи? Да, никаких пожаров здесь и нет. Может и был, просто он тушится, потом хер поймешь тоже. Ну, уходим. Детектив Пейн, босс уже здесь и ждет вас внутри. Надеюсь, вы еще не завтракали? Зрелище отвратительное. Ну как такое, в толкане просто все подохли, да и все. Ну. Вот такой вот мод, друзья. Если бы еще парочку уровней добавить, ну штук 5 еще, можно как полноценный аддон выкатывать, потому что довольно-таки хорошо проработан и имеет свои такие нюансы по прохождению, хорошую катсцену, ну и сюжет более-менее еще разнообразить. А так, в принципе, я бы поставил 9 из 10, потому что, ну, это хороший мод. Единственное, изменений мало по стволам, но больше интерактивных моментов в плане... То, что есть напарники, чуть ли не на 2-3 уровнях. На 2, да. Ну, не напарники, а просто NPC левые. Что в обычных модах плохо проявляется. Там же хроники, по-моему, вообще не было. Бомжары на лифте. Ну, я ссылочку на хронику оставлю, на хроники Макс Пейна. Как я его проходил, правда, там я без голоса проходил. А так чисто. Запись с экрана. Ну, все, друзья. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Буду рад вашим просмотрам. До новых встреч!